Еще одну минуту можно? Значит, у нас первые три места определило жюри. Конечно, этот конкурс оценивался, исходя из трех этапов, как сказали, да, это был творческий конкурс, это был видеовизит, и самый главный, это решение кейсовой задачи с учетом конкурсов. У нас жюри приняло такое решение, честно говоря, даже сам узнал о том, что кто какой место занял. Кроме этого, значит, есть еще один приз, он тоже родился из Якута, но этот приз он носит название «Приз зрительских симпатий». И этот приз мы хотим вручить, у нас это Кызылординская область. Кызылорда область, жеке сот орындаушы. Әбдікәрім ұл болсын, Әбдіқалық қызы. Если мы не были готовы к подарку, но этот подарок он позже будет, тоже ценный подарок за приз зрительских симпатий. Единственное, еще хочу что дополнить. Действительно, у меня, может быть, свое мнение было, у кого-то свое мнение было, но для этого у нас и было жюри, в том числе и профессионально. Но я еще раз хочу повторить, что все эти девушки у нас достойны первого места. Вас вся республика уже знает. Я думаю, что на следующий год, когда мы будем проводить конкурсы, у нас участницы будут еще лучше готовиться, потому что мы думаем, что призы мы получше сделаем, и конкурс чуть поинтереснее. Поэтому это будет стимулом теперь и для других наших представительниц прекрасного пола. Поэтому я вас еще раз всех поздравляю. Вот у вас, на вас вот эти вот красные жилетки, которые у нас организовала Кыргызстанская область, для вас очень, для всех рисую, это вам еще вместе с вами рисуем. Рахмет. Рахмет. Ал, құрметті әріптестер, орындарыңызға жайғасуды сұраймын. Бұдан әрі...